Как говорят сами теннисисты, соревновательный сезон идет практически круглый год. Пока холодно, ребята играют в крытых кортах. Теперь же, под конец весны, появился шанс выйти на свежий воздух. Открывает уличный сезон первенство Приморья среди юношей и девушек. Сегодня у нас соревнования детско-юношеские российского теннисного тура. География очень широкая участников, дальневосточная. Погода Приморского Владивостока благоприятствует, настроение хорошее, вот зелень, корты грунтовые. Прекрасно. Грунтовое покрытие, к слову, обязательное условие. По регламенту абсолютно все игроки должны выступать на одном типе площадок, поэтому за кортами пристально следят, а в перерывах и вовсе увлажняют и выравнивают. Здесь на Тополиной аллее пятидневные состязания собрали порядка 80 участников. Среди них и самые юные новички, и довольно опытные ребята с внушительным рейтингом. Особый интерес в открытии уличного сезона проявили именно приезжие теннисисты. Привез я конкретно прям одного подопечного своего, как раз играет на той стороне. Вот. Ну и следом, после этого турнира поедем с ним на чемпионат России. Вот представляет Дальневосточный федеральный округ. Да, я набираю рейтинг, я сейчас играю в РТТ, у меня 148 очков. На улице удар идет немного послабже, там, ну, надо подстраиваться под ветер, чтобы мяч никак не сдуло, вот так вот. Ну, на улице мне нравится больше, потому что... Ну и на грунте играть тоже нормально. Владивосток тоже представил внушительный состав. Самое интересное, что ярче всего себя показывают юные теннисисты в возрасте до 12 лет, которые находятся даже в топе по всей России. Этих ребят уже летом и осенью ждет во всех смыслах жаркий сезон. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.